сегодня последний день. Я сделал все, что мог. Первый президент России принял решение уйти в отставку. Он просил меня обратиться к стране. Такого президента, как сейчас, приходит еще нет. Как Мао Цзэдун? Да. Он же тоже был диктатором. Нельзя бы людей лишать всего. Это часть их жизни. Что же мы все выбросили вообще под корень? Ну скажи, дедушка, за кого голосовал-то? За Путина! Как и давно, и по Путину, но... Кайпер Вена Накти. Тапки Русиос Водово. Я считаю, что я обязан объяснять всем абсолютно мотивы своего поведения. И должен действовать так, как считаю нужным. Жмогаус фиксавусю кадрус из лабай арти. Опять кучер, да? Конечно, да. Виталий Манский Филмас. Путино людиненькой. Никур не родите кадры. Это ужасно. Мы Ельцина будем вспоминать, как, я не знаю, как эпоху счастья вообще. Это будет казаться утопией, что мы так жили. Зря. Кинулся, но баланджио девиньоликтос.